손님. 어서 오십시오. 아, 뭐야. какой рыбачок мощный пошел, да? Кач, кач. Угадал, как. Блин, камера прикольная. Ну давай. По-любому сейчас будет что-то. Классный момент. Контраст. Сейчас стрелялки будут, заряжаю. Про максимальный флекс. Ну ладно, это было прикольно. Это было реально прикольно. Тихо. Задняя дверь. Ага. Пу-пу-пу-пу-пу. Да, да. Прикольно. Короче. Всем, да, всем привет. Опять же. Да, вы на канале Эвай. Да, они знают. И нас знают. Владик и Антоша. А мне опять сделали прикольно. Они сделали такой пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я вам надоел уже с этим. Ну да, не было еще такого дропа, как той песни, но... Ну ладно, прикольно было вообще. Особенно тем моментом удивили. Не было такого дропа, как там, но был свой прикольный с этими фишечками, этими вот... Мне камера нравится, как переходит. Во, да. Камера вообще прикольная. Планы меняются, да? И как ездит камера прикольно. Оператор прям, конечно, мало. Красавчик, молодец. Если ты меня слышишь, короче, ты красавчик. Да, мы нахер как бы не сдались. Пока есть кто-нибудь переведет. Сказали, что ты красавчик. Да, я красавчик. Буду еще круче снимать. Give me my money. Да. Bitch, give me my money. Блин. Блин. Короче, классно, я не знаю, больше ничего сказать. Вот мы сейчас посмотрели этот про BTS, и вот тут на контрасте прям, ну прям хорошо заходит. Заходит, как видишь. Прям хоть появилось желание немножечко подвигаться. Плейлист залетает. Да, опять классно, да. Ну, она залетает как прям это. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Почему божье меню? Меню богов. Где? Ну, называется песня меню. Ну, да, класс меню, меню богов. Текст загляни. Не, зачем текст? Прикольно было в самом начале, там, где на заднем фоне то что-то там какая-то дичь происходила, что-то там роняло, что-то летало, то еще туда-сюда, это адская кухня. Блин. Прикольно. Да, Пончик? Да, Пончик. Скажи гав. Гав. Да пошли его нахер, да? Ну, скажи. Гав! Дурак, что? Ну, испугался, я думал, он это самое. Короче, да, плейлист залетает. Надо еще слушать.
Ну, летим дальше, все, много времени. Ехали мы альбомов до хера, надо прям послушать все, что есть. Да, да, вот он, пончик созрел для мыслей. Так что залетайте нас в наш, у нас, в наш чатик в Телеграме, залетай в наши инстаграмчики там, ну, лучше в Телеграмчик, там прикольнее будет. Да, и всем до скорой встречи. Пока. Пока.